Короче, в пещеру мы залезли, но видео там снять так и не удалось. Потому что кое-кто, конечно, фонарь куда-то дел, мы так его и не нашли перед поездкой. А телефонами там светить бесполезно было. Полезно. У тебя телефон хорошо так светит. Да, только видео не снимает. Вот, что я хотел сказать. Короче, дыра здесь такая. Вроде как думаешь, о, там пещерка маленькая. Вообще туда вот я со своими 86 килограммами, ну, пролез, не задел потолок. Где-то 2 метра страха, и потом чуть-чуть больше она расширяется. Дальше можно уже на карачках лезть. Тоже 1-3 метра, может быть, 4. Я так особо не сориентировался. И все, и потом становишься и ходишь спокойно. Достаточно высокий потолок. Идешь прямо, там будет несколько ответвлений, откуда вода сливается. Вот такие маленькие мини-пещерки. Ну, как ребенок или небольшой человек может, конечно, туда зайти, что-нибудь пролезть. Но я не думаю, что там интересное. Просто там вода весной льется в эту пещеру. Вот. С потолка капает водичка. Пол достаточно в некоторых местах скользкий. Поэтому аккуратно. Что еще? А, ну, пройдете вы вперед. Будет разветвление направо и налево. Направо небольшая пещерка. И стоит ствол дерева. Ну, такого, может, сантиметров 10-12, может, чуть больше там. Не, наверное, больше, наверное, 20 сантиметров в диаметре. И вверх пошла она. Как туда попала, скорее всего, кто-то занес в пещеру. И ледник, лед оставшийся. А налево, если пройти, то практически в самый конец доходишь. Там 2 небольших озера с водой. Скорее всего, это еще талая вода, и она пополняется вот с потолка, то, что капает. Купаться можно, она не сильно такая уже, руки не обжигает, холодная, но нормальная. Правда, мы не купались. Дальше за озеро что-то там идет, такое немножко левее, небольшое пространство, но мы туда уже не пошли, вернулись назад. Все-таки с ребенком долго не находишься в пещере. Вот, ну... Хорошие, вот это вот, вот эти вот буквально 3 метра страха, и ты попадаешь там вообще в сказку какую-то. Все, возвращаемся назад. Ой, про бабочку не забыл, да, вот вышли, нас бабочка тут встретила полуживая. Там еще дальше не вот, но как говорят альпинисты, самое опасное во всем альпинизме это спуск. Так что теперь надо аккуратно-аккуратно идти, чтобы нога не подскользнулась, потому что может на какой-нибудь камень попасть и поехать.